Итак, у нас есть вакуумный насос. В данный момент мы отремонтировали штуцер, который телепался. Это дизельная Шкода Октавия, дизель 1.9, ТДИ АГР, простой ТДИ с форсунками. Ну, суть не в этом. Как проверить вакуумный насос? Смотрим, отходит трубка от вакуумного насоса, смотрим, где мы ее можем отсоединить. Основная трубка идет на вакуумный усилитель тормозов, снять ее сложно, но снимаем в другом месте. Вот этот шланг идет, трубка идет от вакуумного насоса, и вот здесь есть тройничок такой, и этот маленький шланг, большая идет на усилитель тормозов, а вот этот маленький идет и уходит на клапан ЕГР. Здесь клапан ЕГР сверху стоит, вот этот клапан, и вот здесь вот отсюда, если видно, вот отсюда, такой уже свободный пупок, я снял эту шлангочку. Ну и а дальше все очень просто. На холодильщика берем манометрическую станцию, подключаем тот шланг, который идет от голубого элемента с вакуумным насосом, с вакуумным элементом, и проверяем. После элемента катушка вакуумного насоса все хорошо качает, вакуумный насос хороший. Подписывайтесь на канал, и увидимся снова на канале.